гель для интимной гигиены из серии Body Care для ухода, очищения за интимными зонами. И необходима она женщинам и девушкам. Это мягкое очищающее средство. В качестве основы очищающей используется кокоглюкозид, так же, как в нашем, например, очищающем геле. Также есть теококаилглутамат в составе. Нет агрессивных ПАВ, которые сушат кожу или слизистую, то есть нет лоретиловилсульфата в составе. Также есть уходовые компоненты. Это экстракт солодки, ромашки, успокаивающий, противовоспалительный эффект, сок, алоэ вера. Также антиоксидант, зеленый чай. Что важно, данное средство имеет pH, то есть уровень кислотности 4,5. Регулируется уровень кислотности при помощи молочной кислоты. Данный pH оптимален для как раз ухода за интимными зонами девушек и женщин. Показано это средство при сухой и раздраженной коже, чувствительной коже, при, например, различных гормональных дисфункциях, при пубертатном состоянии, при менопаузе, как искусственной, так и естественной. Также, так как данное средство будет поддерживать нормальную микрофлору, очень хорошо использовать его, если вы посещаете бассейн или спортзалы и, допустим, купаетесь в водоемах, в море, в речке. Как правило, средства для интимной гигиены специализированные используются, когда проблема либо есть, либо ее хочется предотвратить. Ну, например, в период беременности. Да? Так как у него кислый pH, это мягкое очищающее средство, его можно, конечно же, использовать не только для очищения интимных зон. Очень хорошо такие очищающие средства работают на проблемной коже лица. Поэтому, если у подростка пубертат или, допустим, у взрослого человека есть явление акне или какие-то другие воспалительные явления на коже, акнеформные, то можно использовать его для очищения кожи лица. Естественно, при использовании его на лице, он будет прекрасно сочетаться с линией антиакне серии нашей, то есть это тоник для жирной и проблемной кожи, это сыворотка стоп-акне. И другие средства, которые используются в программах ухода за проблемной кожей. Тоник с ахакислотами, например, или сыворотка альфа-дерм с миндальной кислотой. Вот таким образом, средства довольно-таки универсальны, не только узкоспециализированные. И я считаю, хорошее пополнение серии Body Care.